Не только паспортный контроль, но и дополнительная проверка, есть ли долги у татарстанцев, мечтающих из Снежной Республики отправиться на песчаный заграничный пляж. Традиционно судебные приставы проводят такие рейды в новогодние каникулы. Попались должники, которые не смогли выехать. Несмотря на то, что у них были билеты приобретены, женщина не смогла вылететь, которая имела неоплаченный пьяный штраф. Ну, если всем, я думаю, понятно, пьяный штраф за вождение в нетрезвом виде, да, в размере 30 тысяч, она была ограничена в выезде. Чтобы не было таких случаев, штраф оплачен, но вылет все равно запрещен. Нужно оплачивать штрафы как минимум за 2 недели до планируемой поездки. И обязательно отслеживать наличие долгов на сайтах судебных приставов, налоговой и ГИБДД. В прошлом году 65 тысяч татарстанцев так и остались без заграничного отпуска. В этом году их может стать еще больше. В 2016 году мы в 2 раза превысили в общем принятие вот такой меры принудительного исполнения, как ограничение в праве на выезд, то на сегодняшний день мы так предварительно статистические данные подвели. У нас на этот год, вот на январь месяц уже, имеется порядка 200 тысяч судебных решений за должность свыше 10 тысяч, по которым в перспективе судебным приставом может быть ограничен выезд этим должникам. На родину хотите вы? Конечно, хочу. Уже 40 дней я здесь. А вот тех, кто наоборот должен покинуть территорию Татарстана как можно скорее, в 2016-м оказалось почти 900 человек. Чаще всего это выходцы из стран Средней Азии. Причины выдворения из страны практически неизменны. Работа без разрешения, нарушение правил въезда или пребывания в России. В этом году вернутся на родину 11 мигрантов. Еще 5 уже куплены билеты на обратную поездку. Алсу Гусманова, Айрат Мухамедзянов. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.